Экспертиза подтвердила, найденные в августе костные останки в районе поселка Мамырь принадлежат Ульяне Мальцевой. Такую информацию нам сегодня сообщили в местном отделении Следственного комитета. Напомним, 29 октября прошлого года девушка вместе со своим молодым человеком Виталием Тимченко уехали в поселок Мамырь. Днем позже Виталия нашли убитым. А местонахождение Ульяны было неизвестно. Ульяну 8 месяцев искали оперативники, родственники и волонтеры. Прочесывали все возможные места, но все безуспешно. 7 августа 2013 года в районе поселка Мамырь грибники нашли человеческий череп и одежду. Приметы найденной одежды совпали с приметами одежды Ульяны. Останки были отправлены на экспертизу. Результаты стали известны накануне. Ранее представленные материалы в виде косметички, кроссовок Мальцева, которые принадлежали Мальцевой Ульяне, согласно заключению эксперта, они происходят от одного и того же человека. То есть это теперь точно установлено, это Мальцева Ульяна. На найденной одежде полицейские обнаружили следы, свидетельствующие о том, что, возможно, Ульяну убили из огнестрельного оружия. Следствие сейчас отрабатывает все версии случившегося. Опрошены десятки подозреваемых, но пока убийц не нашли. Сегодня Ульяну Мальцеву похоронили, спустя почти год после смерти.